Всем привет, с вами Чибиси. Мы стоим на краю большого обрыва. Нам ветер шепчет в ушко. У нас в руках великий МакДрупер. И мы можем продолжать наше путешествие. Только звук сейчас включу. Где звук? Звук, появись! Меня наушники вообще подводят. Возможно, я не то ухо воткнул. У меня одно ухо работает. Все. Нам нужно запрыгнуть вот туда. Какова наша вероятность, что мы туда доберемся? Нулевая. Ну-ка, получи-ка из моего МакДрюпера. Он отбил? Да пошел ты нафиг, я тебя лучше мечом забью. Сколько у него дамаг? 15. Это, кстати, больше, чем у моей этой... моей-то рукомойки. Подождите, я помню, там с этим датчиком была какая-то головоломка. Давайте ее сразу скроем, наверное. Шпоньк. Интересно. Это секрет? А, нет, это не секрет. Здорово, что обсуждаете? Песочница построена им, он все контролирует. А вы тут были раньше? Я что-то вас не помню. Можно вас пострелять? Мы вернулись. Значит, все-таки выход отсюда есть. Мы можем вернуться туда и попробовать достать тот сундук. Ну, давайте попробуем, окей. Может быть, разгадаем еще пару загадок. А потом мы вернемся в магазин и закупимся там всем, что там у них продается. А потом уже пойдем в деревню к королю сильных. Король сильных. Это новое ему название придумал. Окей, здорово. Кто помнит его в предыдущей серии, он тут что-то варил. Любитель поварить. Так. Я вижу, у вас тут головоломочка завалялась, да? Дверь. Кнопка. А, ну понятно, мы должны успеть... добраться. А-а-а! Ты чё? Не успели. Чего нам опять не хватает? Силы падения с земли? У нас, кстати, денег уже скоро под жвак наберется. Ну, давайте, быстро. Опа! И залетаем, залетаем. Фигня какая-то, если честно. Мне кажется, мы тут не успеем. Можно попробовать сбросить куб. Ну-ка, проверим. Наша теория о кубе. Нифига куб не падает. Отстой какой-то. Не. Чё-то не то. Если честно. Непонятно очень головоломка. Так, а где этот сундук находился? Я помню его. Давайте мы, знаете, что сделаем? Стоп. Я хочу попасть. А, вот. Или нет? Может быть... Не-не-не-не-не. Сейчас мы все сделаем. Сейчас. Нам нужно на крышу этого здания. Вот. Кубик, ты нам поможешь сегодня. Отлично, мы на крыше. Мы сейчас с другой стороны проберемся. Через потолок там. Через какой-нибудь еще. Чибиси умеет, блин, обыгрывать игру. О, я же говорю. Секретная зона. Ну нифига. Я вижу там сундук вдалеке. Что такие страшные звуки? Ага! Я понял. Тупой скелет, блин. Вот хотел меня напугать, смешно. Рафляный пацан. Размешка жилька яиц 2. Сколько мы можем теперь всякого с собой носить? Ну это вообще жесть. А, я все время мог бежать, да? Но, кстати, прохода в здание там я не видел. Зато... то место, помните? Где куча денег. Вот это мне интересно. Дай бог, чтобы это не оказалось новой локацией какой-нибудь. Не, ну а что, а вдруг? Тут видите, как все закручено. Железяка какая-то. Опа! И еще секретка. Господи, регенерация здоровья!
Ура, у нас, ребят, есть регенерация здоровья. Теперь она у нас, по идее, умноженная на 2. Или что? Или подождите, 0 умноженный на 2 плюс 5 это 5. Ну, 5 тоже, наверное, неплохо. Во всяком случае, мы будем регениться теперь. У меня задается другой вопрос. Как мы возвращаться вообще собираемся? На это человечество не придумало ответа, если честно. Ладно, давай через куб пойдем. Через куб, я сказал. Раз, два, три. Раз, два. Ой-ой-ой. Нет, что-то не идет. Что-то мне это не нравится. А, ну все нормально. Мы выберемся. Я же думал, навсегда тут останемся. Так, теперь я хочу пойти вот туда. Или я ходил туда? А, я туда ходил. Но мы можем забраться к тому сундуку, помните? Он стоял на какой-то арке. Арки, арки. Вот она, эта арка, все. Сейчас мы туда заберемся и заберем наш прекрасный сундучел. Хоба. Так, теперь. Вот так. Спасибо дизайнерам, что у них такие простые. Так. Меч урон плюс 2. Меч, кстати, у нас уже дамажит на 13. А это значит, что скелеты будут умирать с двух ударов. Однако наш Макпуфер стреляет тоже. Но он очень сильный и, получается, с двух ударов будет вырубать. Так что нам сейчас выгоднее работать именно им. Так, смею предположить... Что тебе надо? Что тебе надо? Ты, блин, 57-й. Он уворачивается, нифига. Ну ладно, придется бить его. Бить его мечом. На близких дистанциях этот Маккрюгер вообще не работает. Можно попробовать еще по железке. Ну-ка. Я не помню, мы, по-моему, не ходили по железке. И вот тут еще можно обойти. Да, короче, сейчас различимся. Опа! Вот я же говорю, меч урон плюс 1. Меч потихоньку наш прокачивается. Чибиси, великий искатель секреток, продолжает радовать своих зрителей нахождением новых и новых и новых секреток. Что-то мне подсказывает, что эти секретки нам не одолеть. Попробуем сейчас убить ту пушку с помощью этого Макчикина. Ну-ка. Пушка не убивается. Уходи. На, короче, достал. Я тебя так забью. Да что вы все тут оказались? Ну, не смешно. Так. Сейчас смотрите, что попробуем. Восполним здоровье и начнем эту штуку крутить. И плевать просто на все, что это нам пушка скажет. Мы еще можем присесть там, я не знаю. Вот так, поехали, поехали. Просто постараемся... Стараемся поднять, прежде чем нас добьют. Надеюсь, что нам хватит здоровья на это. И мы смогли. Я не знаю, было ли это задумано игрой, или я сейчас опять ее проабьюзил. Ну, почему бы и нет. Сундук. Силовой телефраг куба. Создайте куб внутри врага, чтобы убить его. Мне кажется, мы получили знания, которые не должны были получать. Опа. Ну, проверим. Обалдеть! Слушайте. Что-то мне подсказывает, судя по уровню здоровья у врагов и всякие прочие штуки, что нам не надо тут быть. Ой, Чибиси, блин, абьюзит игру только так вообще. Там какая-то непонятная локация, которая очевидна. Не надо было, чтобы я там оказывался. Но зато у нас есть телефраг куба. Почему бы и нет? Возможно, нам потом дадут резист к урону от пушки.
Зачем они делают такие штуки, типа, чтобы их можно было как-то абьюзить, ну? Чипси, так, блин. Ладно, идем, все, идем по нормальной сюжетной линии. Так, какие мы способности получили? У нас есть пушка. Где-то я видел там с использованием пушки головоломку. Попробуем ее решить. Вот это, по-моему, там датчик пушечный. Пушечный датчик. И, по-моему, еще вот там где-то я видел. Но не факт. Так, сейчас попадем. Ты чё, дурак? Блин. Ой. Хорош! Босс. Жирный очень, кстати. Сейчас какой-то с каким-то резистом. Еще бьет ауе дамагом. Не надо, не бей. Да ладно, да что такое? У нас у пушки, кстати, есть перезарядка. Ох, где мы оказались? Да я уже вижу его хп, это нечеловеческое. Давайте сначала сходим в магазин, а? Всегда успеем. Вообще, я хотел решить там головоломку, ничего. Подождите, а мы тут не брали сундук, по-моему. По-моему, я не помню. Почему? Почему-то мы тут сундук этот не взяли. Может, потому что он слишком высоко? Но для Чибиси слово высоко не существует. Сейчас мы его... Оп, оп, оп! Там какой-то красивый сундук. Слушайте, он так красиво выглядит и так вроде бы близко стоит, что мне кажется, это опять то, что мы не должны брать, поэтому Чибиси даже не будет абьюзить игру. Даже не пытайся. Знаете, что я хочу? Так, я хочу, во-первых, решить эту головоломку. Во-вторых, убить эту тварь. Мы станем за. Мы активировали джампад на секунду. Нам надо попасть наверх. Что-то тут не просто так с этой штукой. Ну, у меня есть одна задумка, но что-то мне кажется, что это так не работает. Ну, сейчас и проверим. Ну-ка. Нет. Я думал, типа, может быть, джампад будет отражать. Ну, потому что, смотрите, он как-то там очевидно так стоит. Вот прямая, да, идет. Прям до джампада. Лол? Лол? Я понял. Тогда все готово. Вот оно чё. Максимальное здоровье +5. Спасибо. Спасибо. Ну все, теперь возвращаемся в наш прекрасный магазине. Ох, мы там закупимся на 106 на монет. Ну, мы тут все купим. Меч урон +3. А, у тебя больше ничего и нету. Так ты жло, блин, все, все себе крутые товары оставил. Че я буду на 41 тут покупать? Ладно, идем биться с боссом. Где босс? Вон он. Вон он, вон он, это рожа жирная. Там видели, отскочил этот шарик мой. Я понял, когда он ударится от землю, надо подпрыгивать. А мы его сейчас убьем. Иди. А ты что тут делаешь, а? Тебя ж тут не было раньше. Эти мобы вообще не для этой локации. Откуда ты тут взялся? Так, по-моему, мы ничего не можем больше открыть. Ладно, идем дальше. Сразу же вижу место. Подожди, стоп.
А чё на синее? Нет. Это, очевидно, так не работает. Мы сколько тут всего? Синий кристалл туда. А, мы взяли красный. Еще синий есть. Может, еще какой есть? Фиолетовый еще есть. Нам надо к синим. А, еще, значит, есть фиолетовый. Значит, там фиолетовые человечки живут. Эй. Мы не можем войти, дорогой, но сначала получить оба МакГаффина из синего и фиолетового кристалла. Потом вернись ко мне. О, как. Лифт поехал. А это, типа... Я понял. Подождите, давайте сначала обследуем все. Вот это та локация, куда попал. Локация, на которую нельзя попадать. Запрещенная правительством Российской Федерации. Локация. Ну, какая интересная гора. Я даже вижу, как туда забираются. Люди. А то я опять сейчас пойду, блин. Сбор по методу Чебиси. Проходим сквозь стены, короче, запрыгиваем на текстуру, обходим все вокруг, используем тройной прыжок, чтобы, короче, сломать, я не знаю, камень души. Что-то они там прячут. Они бы это просто так не заклеивали. Ну что там прячут? Ёп. А что так высоко? Подозрительно, если честно. Но и туда не запрыгивается. Сюда, я думаю, я тоже не запрыгну. А к чему тогда это все было? Чтобы запрыгнуть вот сюда. Естественно, этот лифт. И это ничего не даст. Или даст? Тут кнопка фиолетовая. Очевидно, что этот лифт должен поехать. А чтобы он поехал... Надо что-то там нажать. Это что? Какая-то дичь. Надо туда что-то положить. Какую-то батарейку, что ли? Наверное, она находится там. Ну, так как тут, в принципе, я уже все обследовал. На первый взгляд, говорю, секреток нет. Ну, тут хотя какая-то непонятная локация. Нет. Тут все понятно. Ех... Ну ладно. Опа! Камень какой-то. Чё за камень? Чё? Луна! Вот куда луна девается. Блин. Это дичь. Я опять хочу чихать. У меня аллергия просто началась. Весна там, все дела. Юп-юп! Запрыгивай давай, юполка. Поехали! Слушайте, ну эта игра мне нравится все больше и больше. Вот, кстати, батарейка. Она очень классная. А можно мне как-то или чё? Ладно. Но без батарейки я становлюсь дееспособным. Не прыгать не могу, ничего. У нас вводится новый элемент. Батарейка. О-о-о, и я её. Батарейка. Ну, вы поняли. А, теперь эта штука активировалась. Я нажимаю... Лифт едет. Фиолетовая кнопка обычно означает, что там должен быть сундук. Да и как-то физически я вижу, что я лично туда одновременно попасть не смогу. Поэтому мы ложим сюда куб. И куб нам нажмет на кнопку. Ну потому что почему бы и нет. А это что за пиксельные? У вас текстурки попортились? Или это тоже элемент геймплея? Это какой-то это, знаете? Чтобы... Чё там? Ничего не вижу. Мы открыли, если что, проход. Не понимаю, к чему эти кубы. Это какой-то спидран, что ли? Ну, тут понятно. Тут ставим куб. Открывается. Теперь куб ставим в другом месте. И не открывается. Как его достать? А, нормально. Куб сбивается. Ну, пацан какой-то побежал.
Мы попали в новую локацию, где нас ждет 500 миллиардов новых загадок. На этом мы закончим выпуск. Ладно, шутка, шутка. Не бейте. Я включу эту штуку, если очистить все деревянные надгробия в местности. Да если бы я знал. Может, их пушкой можно сбивать, а? Я не пробовал, кстати. Ну-ка. Нифига. Что это за звездочки? Не знаю, какие-то звездочки, короче. Где надгробия деревянные? Нету их. О, есть штука, чтобы воду открыть. О, водичка. А, это вода для приготовления зелий. Я понял. Я разработал новый рецепт. Вода и одно красное семя. Положи к мою машину в пещере. Семена лежат за магазином. Сейчас посмотрим. А, магазин. Подожди, тут есть магазин. А, вот это магазин. Это магазин. Крутометр. Это нам показывает твою крутость. Каждый открытый сундук и купленный предмет делает тебя круче. Красиво. Вероятность так. Меча. Урон от критического попадания пушки. Берем. А мы все тут скупим. Максимальное здоровье только не скупим. Крутометр. 42 у нас. А вот там было за 23. Подожди. А если это магазин, где семена? Это семена? Это губка. Слушай, ты уверен, что это именно семена? Вот семена, ёпрст, это семена, да. Нам нужно красное, забираем. А губка, чтобы перетащить воду, да? Не просто ж так она сделана. Ну-ка, сейчас попробуем. Ведь воду-то некуда налить, а в губку нормально. А куда нам класть? Мы что, должны на старт себе вести, что ли? Ладно. Потом разберемся с этой штукой, с губкой, со всем. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Секретки сразу ищем автоматически. Наш автоматический искатель секреток настроен на секретки. А, вот и бочка, кстати. Какой-то секретный проход. Куда-то он ведет. Блин, класс. Тогда мы несем сюда губку. Опа, секрет. Кто-то прям выстрелил в меня деньгами. Ну куда мне их девать? У меня все магазины выкуплены давно уже. Ну давай. Ну давай. А, ну давай. О, губка стала мокрой. Идем в пещерку. Мне интересно, прям это тоже дает какое-то улучшение к здоровью. А может быть, регенерацию повысит. Нам бы это не помешало. Так, стоп. С гробов будем прыгать. Может, эти гробы надо сломать? Да нет. Я вообще гробов не вижу. Куда вы их дели? Ладно, идем за красным семечком. Семечко? А куда я то красное дел? Ладно, заберем. Фига, я отсандалил его. А, вот оно. Ну, возьмем это. Какая разница? Ух, сейчас сварим зелье. Может быть, зелье устойчивости к огню от пушки. Вот тогда, да, тогда будет прикольно. Ну-кась. А, и надо нажать, чтобы жижа получилась. Ну, давайте выпьем, попробуем. Фрукт здоровья теперь дают 20 вместо 10. Офигеть. Слушайте, это очень круто. Это то, что нам нужно. Вот этот бонус стоил того. Я вижу монетки. Что тебе надо? А, ну я понял. Деревянные надгробия все эти. Вон, кстати, одно. Ну-ка. Оно не убивайте. Какая-то пила. Как мы можем сюда забраться? Вопрос такой. Давайте посмотрим с этой стороны, что тут. Может быть, они тут что-то хранят. Храните что-то запрещенное, сразу признавайтесь. На самом деле, не похоже.
Эта пила не просто так тут стоит. Но мы тут не заберемся, если честно. Нам не хватит наших прыжков, способностей, чтобы забраться. Вообще не очень похоже. Нет, они не разбиваются. Может быть тут где-то? Два куба стоят дополнительных. Но я-то со своим суперкубом, который убивает врагов. Вот лол, конечно, вообще. Вижу дверь замком, не вижу, чем этот замок вскрывать. Вижу трубу. Там какой-то проход, возможно. Возможно, нет. Сейчас попробуем. Так. Нет, он не забирается. Давай. Да ты... А чё только один прыжок ты делаешь? Нет, это так не решается. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Вот, датчик, который пускает лифт. Слышишь, уйдите. Вы мешаете моему другу лифту проехать. Возвращайся обратно. А это что за радиоволна такая? Так, мой друг лифт приехал. А, ну поехали тогда. Чё? Фигли. А, вот и ключ. Нормально. Вскрываем. Кто? Да пошел ты, блин, знаешь куда? На, я тебя мечом закалю. У меня, кстати, меч теперь сильнее, чем Макчикен. Головоломка. Нажми на кнопку. Вторая зачем? Фиг узнает. Ладно. Это чё? Тьфу ты, я думал, меня замуровали. А, подожди. А, нет, меня не замуровали, лол. А у меня появилась идея. Смотрите. Хоба! Просто этот упавший кубик натолкнул меня на мысль. Я не знаю, я сейчас взломал игру или так это и решалось. Ну, допустим. Мы в какие-то уже вообще дебри проходим. Ха-ха, тебе здесь не пройти. Да кто сказал? Что это за трубы? Это какие-то шорткаты, по-моему, будут, наверное, в будущем. Стоп! 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 А это какой-то тоже проход. Из этого мы пришли. Секреток не вижу. Да, дверки. Стоп! А, может быть, там дверка закрылась? А это открылось? Надеюсь, ага. Что тут у нас? Лифт едет в стену и куда-то еще. Это... МакГаффин тебе в лицо. Ясно. А если я не буду, а если я вот сделаю вот такой финт и полезу туда, потому что я вижу там раскол. А всякий раскол ведет к секрету. Да чё мне с вашими деньгами делать? Запихните их все, знаете куда, блин, сволочи. Так, ладно, мы проходим эту головоломку и хорош. Чуть. Если бы ты как-то мог остановить лифт в середине, ну как, куб поставлю вот тут. Так он нифига не ставится. Знаешь, его под собой поставлю. И все. Какие-то очевидные подсказки мне давать. Ну и все. Изи. А, ну и пофиг.
По-моему, застрявший наполовину лифт мне будет полезен. Да, чтобы добраться до туда. Сейчас этот синенький человечек совсем раз... В смысле, упс? В смысле, упс, сюда иди, я тебе сейчас лицо сломаю. Следим за секретками. Вижу рычаг. Нифига не заберусь тут. Ладно. Пока не спрыгнули с трубы, всегда надо чекнуть на секретки. Например, вот тут. Ничего тут нету. А и не буду я спрыгивать, потому что у нас конец выпуска. Если вам понравилось, то поставьте лайк, даже не забудьте подписаться на канал. А с вами был ChibiCPlay. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.